Опять фраза великих людей, блин, ребята. Вы плагиат, ну, плагиат такой, блин, вообще. Никаких авторских прав, блин, на мои короны. Ты говорил, кикнешься. Релобрус. А я удалю, что кикнешься с концами. Делиться. Ай. А кикнуть это, ты понял, в космос запустить, пнуть, короче. В ледяную корону, да? Ну, типа, да. На хули сразу не до Долорана? Да не, Долоран, блядь, ты что гонишь? Ледяную корону, ебеня в болото, блядь. Брашку, брашку отправлю, блядь, на, нахуй, блядь. Брашку. Всех привет. Чё может быть, когда мышка еле-еле двигается в игре и лагает пиздец как сильно? Это не компьютер. Компьютер шикарный, он у меня. Не играй без мышки. Короче, я отошел минут на 10, скоро будет. Я никогда ничего не лагает, потому что я играю без мышки. Дело, курсор еле-еле двигается, он даже не повернет ничего не сделать. Чувствительность мышки фиговый. Было я. В этом дело, в игре не налагает, в основном все. Чувак, как теперь у кого? Танков? Три макроса, кирка, пятишек, ваших три, это три танка, в РС. Не только что все было нормально, и сейчас залагало. Перезапусти компьютер. Ну, сейчас. Дальше есть макрос на назначение клавиш, у меня типа на навлоке 4-5 это правый клик, а пятерка это левый клик, ой, наоборот, четверка левый, пятерка правый клик мыши, и все. Или все, как хочешь. Дозян, какой? Ну, короче, конечно, просто мне не прохожешь, там сам что-то, меня плохо слышно, и... Сейчас все нормально слышно. Крылок. Ваш. Вот тоже вот так. И тебе расслабляющую музыку включить? Да не, спасибо. Да не, когда сидишь, сколько мы сидим уже, блин. Сижу почти пятый час здесь. За компом. Мог бы заработать денег. Я мог бы сейчас, да, поработать, да. И когда постоянный шум какой-то в РК, он не сменяется, не скончается, то начинает башка гудеть уже. А если ты еще при этом говоришь постоянно что-то, вы же говорите там по 20 минут, потом уходите куда-то, а я здесь остаюсь и сижу и слушаю. Поэтому вам так кажется, что я напряжный какой-то. Олежек, слышишь? Мне кажется, что? Тебе нужно ешки, короче. Ешки тебе помогут. Ешки? Да. Ты научишься, ешки. Короче, получать удовольствие от жизни. Чешки? Ешки. Ешки. Ну, короче, экстази, на вашем языке экстази. Тут все поняли. Какие-то шифры у канала. Что-что? Шифры какие-то. Ну, типа, ешки. Ну, типа, просто... Самые первые экстази, чтобы вы понимали, это были, короче, таблетки с этим, со знаком, ну, вот у нас, типа, со знаком евро, короче. Это самые первые, короче, и поэтому ешки пошло. Ешки, колеса, калачи, диски. Да не, так никто марки. Не говорит. Ешки. Тапки, гайки. Марки. Не, марки это другая тема. Марки это ЛСДшка, это тоже прикольная тема. Ну, блядь. Это стрёмная. Ну, типа, марки нет. Ну, вот есть именно вот этот ЛСД, это в натуре стрёмная тема, блядь. Оно так, сука, когда 8 себя в комнате видишь, сука, начинаешь хреститься, блядь. Страшная хуйня. Ешки ещё нормальная тема. Что-что? Плюшки это все, блядь, хуйня. Это пиздец. Плюшки, а мишки? Шлюшки, ты сказал?
Что я знаю Войда, а чувство юмора так и не меняется. Но в лучшую сторону хотя бы. ДПС тоже как-то. Не, если честно, самое яркое со всего это кокаин в натуре. Это такая тема, пиздец. Или сок апельсиновый. Кокаин, вот отвечаю вам, кокаин это тупо каждый должен попробовать, это тупо счастье в чистом виде, блядь. Мороженое это... ванильное, тоже нормально. С бананами. Анальный секс. Ой, тебе виднее. Молока, кидаешь туда банан, потом мороженое, делаешь коктейль. С помощью блендера. Нихуя себе, что это за штука блендер? Блендер. Ну, устройство для приготовления коктейлей, например, смеси разных. Дайте, пожалуйста, каску. Смеси. Да. Купит и будет готовить смеси. Шпаклевку можно в нем размешивать? Смотря какой густоты, наверное, я не знаю. Густоту яришь. Сухую просто. Да, да, ну, растворный стяжку. Казина нет в рейде. Давайте дам кулак. Как говнокашка висит на 8%. Короче, ладно, отойду, что-то я устал. Держи вот неварен ассист. Я только... Давайте я заряжусь в чат. Это вы миник, тогда... Да, вот, все. Вот, тащи, Войд, я в тебя верю, братан. Хоть за РЛ, чтоб каску бафнули человеческую. Так, давайте каску, быстро. Ой, типа пиздец, зарешал сразу. Неоспоримый, давай каски всем быстро. А, я прото раздал, ты видишь, сколько паладин в рейде? Ну пошел в жопу, не ревневал, отошел, значит, баф и каску. Пойдет он бафнет каски, а ты прото бафнешь. Давай каску, людям быстро, ДПС нету. Людям. Багель, кулаки, Казян отдыхает, Джерин зарешал, все. Чего вы раскол не стакаете? Ты охуел, кидо? Что ты раскол не стакаешь? Чё? Авторитетно у нас РЛ, да? На кого ты голос повышаешь? Как там было? Подколодная, блин, скотина, так. Змеюка. Да ярко. Да ярко. Ботаник. Я не понимаю, что там Войд мочит какую-то хуйню, будет, если честно. Я замучу каски бафы, да. Вот. Короче, сейчас сниму снять с себя дебаф. Ой, баф. На боссе Каноп. Вторую копию. Первую копию Момента Мори. Вторую копию Неоспоримый. Приколи, Войд сидит, а его дети смотрят на него, а он что-то мочит. Монитор. Ну вот, слышишь, сколько твоим детям? 6,7. Ты не подумай, как я могу. Я и так еле сдерживаюсь, бля. Это ты дома РЛ-ишь? Да. Бля, жене, блядь. Пробафай всем, блядь, кашу, блядь. Не подвесись, не подвесись. Конечно, РЛ, ты за 3 года хоть когда-то писк у него слышал на заднем фоне? Оксане. Там в его подвал даже хер заходит, мне кажется. Не подвал, а мне комната. Подвал.
Сейчас подвал считается комнатой просто. Да, но я образно, ну что вы начинаете? Я имею в виду, ну как пещеру, типа, хотел сказать. Ну, да. Храм. У меня тут на стене щиты протоваровские, там, нормальные. Или данки, например. Чёрт, какие-то сказочки. Пруф или пиздобол? Да, шеф, шеф. Постеры с Ведьмака. Бой. Да хоть вас легко наебать. Давай их лови. Да я вижу уже. Так, живые герои. Да, ну... Просто. Троих лови. Дайте рот. Да ну вы далеко, бэр, ребята. Бэр, сука, три друля возле меня бегает, бэр. Дайте рот, шаманы. Да все нормально, там словили, пацаны, нормально. Ну, что, я потихоньку по одному буду закончить. Не надо, не забирай, я двух подержу. Да. Рос, бейте, блядь. Лох хитите, танков хитите. Шо-шо? Дуяворова, маршрутку к вам сейчас походить. Маршрутки? Дуяворова, да? Я не знаю, но ну, ходит точно, знаю. Ходит, да? Да, ходит. Я понял. Да, сейчас беру снимать, когда просит. Ну, давай. Так хильте, сука! Хильте, забирай. Забрал. Кто-то унтит, скажите мне. Кто-то унтит, Казян. Я что, долбоёб, что ли, то унтит его, блядь? Я от него убегаю. Что, еблан, что ли? Че, побрать нельзя, заебал? Че сразу знаешь? Блядь, ну хилы вы просто, блядь, Джерри он перестал хилить, короче, блядь, и пизда. И всю жопу накрылась. Джерри хилит тысячу. Да, блядь, ну, начал хилить, когда, блядь, Леша упал, нахуй. Резайте там по стеночке в комнату, не сагрите боссу. Блядь, он где-то на пипирку засмотрелся, блядь, чуть не вайпнулись, блядь, ребята, блядь. Что это такое? Я не знаю, вам вообще нужно было убить цель Каноба, потому что я вот две копии вожу. Ну, они долбили твой таргет, правда? Ну да. Они да это просто, блядь, где это, блядь, премию Дарвина, нахуй. Они сбились с истинного пути. Бегите сюда. Я не вам стоит, бегите сюда. Эти футбол. Каноб на боссе. БДК слева, протопал справа. Чек на пул, йога. Сука, да вы заебали плагиатить, блядь. Я один-две копии подержу. Ну, эти, блядь, две стороны. Только Старфол под них не давайте. Ну, ты так и в мужской уборной говоришь, я, ну, я две стороны подержу, блядь. Слабо. Да, да слабо, блядь, тоже. Чувствую, не дотягиваю, блядь. Угорей, да, знаешь, потренироваться. Да, братан, блядь, ну подожди, у меня сколько практики не было, блядь. Только приехал, блин. Там, сука, только, блядь, ёбаные румыны, блядь. Как это они говорят, блядь, сейчас. Омуле, блядь. Когда заёбывают, я на них ору, они мне омуле. Чоловічі, не кричи, типа, ну, типа. Мужик, не ори, блядь. Омуле, сука. Ёбаные цыгане, блядь. У нас тут есть один в рейде. Да, и он сидит у тебя в дома за компьютером сейчас. Я угадал, братан, да? Вот прям чувствовал. Не дотянул опять. Опять не. Чуть не то, блядь. Чуть, блядь, я слишком много перехожу на личности. Это все алкоголь, блядь. Вот видите, до этого шутил, как-то заходил, а вот, блядь. С каждой бутылкой виски, сука, все, блядь, мутнеет в глазах что-то. Или словарный запас закончился, да?
Ну да, блин, чем больше пью, тем больше, блин, слов забываю. У вас склерозник старый уже стал, блин. Уже старею, блядь. Не переживай. У тебя сейчас самая легкая задача в этом рейде. Поддержать босса и Голема. Иди. Да. Замерзло. Ад, братан, подожди. Нет. Блядь, ну реально, почему у тебя всегда там звук чайника? Я... Вот, бля, я хочу увидеть картинку, как ты играешь вообще за компьютером. Он кипит, да. Олег просто на кухне сидит, блядь, сразу, чтобы к холодильнику далеко не ходить, понял, блядь? Дёргается. Я постоянно на кухне сижу, но у меня, блядь, чайник не кипит. Это не чайник, это тарелка. Кипит? Нет, не просто вот так делаю, да? Ложками гремит. Давайте, давайте все тарелками погремим. Давайте быстренько ебанем, а то я хочу так и перекурить, бля, и чё-то с вами запрягался, да. Вы тут хилите свет, остальные тьму, четвёртая пати остаётся добивать големов. И чё-то ещё делают, да? А потом заходят во тьму. Так. Олег, распредели по лобах? Давай ты распределишь. Начинай. Так, Киз, заходи во тьму. Шанана нет здесь. По-моему, я классно начал рассказывать тактику, да? Угу. Так. Короче, какой-то шанан где-то в Долоране, походу. Давайте шкаф поставьте, самонять его. Так, Мента Мори танчит тьму, Коноп танчит свет. Нереварин диспелит свет, тьму диспелит гомеопатия. Ультербол хилит свет, Юрит хилит тьму. Палабафы распределили уже? Ну я протор сдаю. Нокру один в рейде. Казян, что ты раздавал? Он отдыхал. Я кому что не хотел, я раздавал. Ну раздавай каски, тот-то кулак уже дал. Не-не, давай каски буду. Что ты сказал? Не-не, я ливаю с рейда. Каски. Ты каски раздаешь? Да. Хорошо, я тогда кулак раздам. Чуть-чуть я ливаю с рейда, нормально, зашло. Сейчас я раздам каски, эти кулаки. А есть рыба? Вот рыба стоит, смотрите. Вот здесь рыба стоит. Пишите в РК, на кого вы ролите, куда получаете ЕП. Кульда будет в воскресенье? Да. И чё? Чё и не быть-то? Приходите. Ну, в прошлое воскресенье я пришёл, не было. Да я тоже пришёл, просто в прошлое воскресенье был маленький онлайн. 31 декабря, наверное, из-за этого. Так. Каску, Казян, дай шаману. Коди, подожди, а шаман, который в свету хилит, он тоже заходит во тьму, потом выходит, правильно? Да, все правильно. Ты хилишь, помогаешь Юриду, Макси, Гомеопатии, хилить рейд. Потому что там 20 человек, а не 8, как обычно. Вот и все. Так, вроде все сказал. Ладно, давайте чек. Мне, пожалуйста, нет. Кого поменять? Метку сними, пожалуйста. Так, все готовы. Момента море. Сейчас он не в РК, надо силой мысли с ним связаться. Связался, да? Да, связался. Вы тебе полагают с РК? Он просто не любит нас. Не, он просто в деревне играет, типа это рашка. Так, Кис, выноси метку. Крауд, слушай, останься тоже в свету. Ты спал? А, WhatsApp, ты здесь? Ну так,
На первой полосе тоже? Ну да, я всегда говорю. Ну а гомеопатия что делает на первой фазе? Ну не разгоняет, это точно. Ну я просто сказал диспелить ему и все. Крауд, выноси метку, ладно, это диспелю. Так. Стали в квадрат. Так, Магнус, выноси метку. Диспел сам себя, блинк, возвращайся, побежали метеор. Смотрим лужи, лужи нормально, бьем дальше. Краут опять метка, выноси. Beautiful, смотри, ты остаешься добивать голема, вот эти два чувака справа, тебя бей взрывом разума. Все, заходи, ВДК. ВДК зашел, рейд заходим. Ргалити молодец, не реварен рейд, снишь его. Дадите баф ему. Могу подождать, пока зайдет БДК. Потому что он залагал. Сатурн. Масик, братан, хиль, кинь щиток хотя бы, блядь. Заходить? А флешку? Да. Так. Ману кому я заливаю? Или по очереди? Сейчас скажу. Так, залей гутербаллы пока. Адромалик, Юрий иду. Макс, смотри, метка с лезвиями. Так, Мунквин, метка назад. Там когда будет процент, скажете? Фридома не было. 53. 53. Вон флешку стакнет. Так, фаза пошла. Так, Казян, выноси метку, все, свет, уходим. Ой, поверни чуть-чуть от рейда. Видишь, где стоит этот квадрат? Дайте бафы по роге, каску, протопал, пристабаф лап, кис выноси метку, не реварен, диспелит. Так, оно бахилим. Буду давать каплю, короче, и хиль теренивала. Убежали. Во тьме давайте рост. Во тьме рост. Киса хили. Хилим киса. Шанан, выноси метку назад. С него надо диспелить. Так, во тьме рост. Давайте в свету бьем трэш. Незримого захил. Способила скоро будет. Рогалити хилим. Получает урон. Рогалити умирает. Адромалик. Не реварим, поднимай рогалити. Я ж поднимал его. Все, адромалик, поднимай рогалити. Кис, выноси метку. Свет, не бейте босса. Стоп, свету, Алена, забыл сказать, не заметил. Дайте бафы по роге, не бейте свету. Побежали. Дайте пока бафы. Не бить Халиона. Beautiful, отойди от рейда, спой гимн на ману. Встали в квадрат. Beautiful, выходи, метка. Гомеопатия, метка. Давайте трэш бьем. Beautiful пьет гимн, ставь тотем прилива. Все упал. Ну, чё, хильтят вдвоем. Мне интересно, почему Бобель свету? Краут, вноси метку. А, Багельф в натуре. Багельф, ты чё? Заходи в портал. Можно заходить ему? Нет. Покажите, когда... Он умер. Хороший ретрик. Пленный просто. Магнус, вноси метку. Я вылетел, блядь! Бывает. Тоже не важно. РДД, давайте большого голема. Гордон, дамите? Свету. Слипсон, пой гимн на ману.
Свет не бейте, Халион, бейте только трэш. Лутербол, выноси метку, неоспоримый. Ладно, пока Сакуру не надо. Мон, хиль. Дал, давай дал каплю ему. Побежали, метеор. Потом я дам каплю. Смотрим. Простите, Магнус. Так, лутербол. Осталось немножко. Лутербол, выноси метку, даю каплю. Свет 40. Блять, дал тебе длани, возложение рук, вставай. Бафы по шаману. Каску по шаману. Лапу и интеллект. Не спримы, выноси метку, добейте большого голема, быстрей. Длайн на себя, прожми, не спримы. Да я папу хожу. Бежали метеор, сейчас будет 60. Помолимся. 40. Калена свету не бить. Бьем только трэш. Лужа в рейде. Давайте в квадраты пошли. РДД большого голема бьем. Драмалик выноси метку. Упал. Только трэш. Добьем. Нормально, живи. Надо добивать босса. Я знаю. Давайте. 60 играть. Будет. Босс будет 60. 40. Перебираем. И тогда бьем. А, нет, стоп, еще метеор побежали. Я без маны. Залейте маны могу. Во тьму, а все, добиваем. Але, зайди во тьму, блядь. На всякий случай. Голема. Откиньте большого. Да я сакру прожал. Мунквин в центр, быстрее, мунквин в центр. Вы видели, как гомеопатия упала?